специальные эти, кажется, ну, как ее называют, они слушают нам, нас, чтобы что-то взять от нас такое. Так вот я им советую, слушайте, но потом голосуйте за людей, которые хотят что-то перевернуть, что-то сделать хорошее, вот за альтернативу и партию Эдвина. Вот, все это должно поменять, все нам уже надоело, уже страшно надоело все это вот. Прямо ужас, это все, за все, надо в медицину пойти записаться, надо 5-6 месяцев ждать, а потом еще платить сумасшедшие деньги, на какой-то месяц раньше. Спасибо, Марк, спасибо. К сожалению, мы должны немножечко ограничивать себя в выступлениях. Да, Юрий Журавлев, пожалуйста. Мы старый мир разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. То есть вот сейчас мы его до основания, скажем, разворовали, только не мы, а те, которые сегодня власти. Говорочка по Фрейду. Да, то есть они его разрушили до основания, вот, а затем мы новый мир построим. То есть это старая, помните, песня, которая была, когда мы капитализм разваливали, да, и строили социализм, можно сказать, при Ленине эта песня звучала, да, так что следующий, завтра можем мы найти песенку поставить, да, вот в нашем эфире. Это же интернационал. Ну да, 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 да. Значит, ну вот, и примерно, значит, мы идем по программе именно, да. Разрушение мира. Эдвин Путь, пожалуйста, Латвия Центристская партия. Вопрос, у нас символика советская запрещена, ее там пилят с нашей. А интернационал относится к символике? Вот не только пилят, везде спилили, даже в национальной опере спилили хрустальные лампы, все попилили, да, вот наш радиослушатель звонил, бюджет, и говорит, да, и все спилили, и все пропало, и куда-то утащили. Это при Жагарсе, по-моему, еще был этот многомиллионный ремонт. Эдвин, минутка в вашем распоряжении, пожалуйста. Самое главное – вернуть способность самим решать приоритет национального закона перед международными, вернуть свою валюту, потому что мы могли развивать свою промышленность, снять любые налоги с маленького и среднего производителя, поскольку эти деньги так или иначе возвращаются в экономику, понизить налоги до минимум, до уровня старых стран Евросоюза, а лучше еще ниже, тогда весь капитал, все инвестиции перетекут к нам вместе с нашими мигрантами и, возможно, вместе с...